Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смесного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Resident Evil Zero. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии нашли фуникулер. И теперь нам нужно выбраться. Я так полагаю, что мы с этого места уже уедем, поэтому давайте, наверное, прошерстим свой инвентарь. Посмотрим, во-первых, на карту, что осталось. У нас что-то... А, там в том кабинете это две запчасти, которые для запуска нужны. Здесь, значит, канистра и патроны. Здесь, в принципе, ничего. Здесь, в принципе, больше ничего. Хорошо. Что у наших друзей в инвентаре? Значит, у Ребекки все уже забито. У Билли есть еще одно место, он может взять патроны. Я вот думаю по поводу гарпуна. Может быть, его выкинуть? Давай сделаем обменять. Вот так вот, да? Или нет? Вот так сделаем обмен. Затем возьмем Билли. В принципе, гарпун-то можно даже... Ну, мне нужна, наверное, канистра бензина нужна будет. Да возьми патроны-то, господи, Билли. Я не понимаю, в чем проблема-то. Чувак, возьми патроны. Патроны для магнума. Еще пока мы с вами магнум не встречали, да, но уже патронов сколько там? 6 у нас имеется? 9. 9. Я думаю, пригодится. А вот по поводу гарпунах, не знаю. Вот не знаю и все. Ну давайте гарпун, если что, оставлю я. Бензинчик я возьму. Если вдруг что, посмотрим, какая будет ситуация, то, в принципе, перезагрузимся и проблемку решим. А пока давайте идем играть за Ребекку. Так, пока я выброшу вот это, выброшу вот это. Потому что мне надо будет взять вот эти две детальки. Выходная катушка и входная катушка. Отлично. Хорошо, теперь подходим сюда и будем использовать. Нельзя использовать, а почему? Не понял. Не подошли, что ли? Или надо сюда подойти? Устройство, регулирующее входной... А, вот, сюда. А, сюда надо. А, да, вон видно точно. Окей, использовать. Так, надеюсь, не надо будет ничего тут регулировать. Да, вроде бы нет. Монорельс активирован. Все, больше ничего, да? Больше. Тогда-то я все забираю. Раз мы покидаем эту территорию. А значит, надо будет забрать все это дело. Ну и вперед. Вперед. Билли, не застревай. Да, господи, камера. Сюда давай. Оба-на! Ну? Вот тип поворот. Что произошло? Ой-о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 й, чувак! Похоже, что случилось с пусковым устройством. Окей, я понял тебя. Да, блядь, беги!
Фух, заставляет понервничать, серьезно. Камера вот эта вот, изменение ракурса, это просто какой-то кошмар. Ты вроде бежишь в одну сторону, блин, а тут на тебе и в другую все. Бля, ну пистолетом это драться-то бесполезно. У меня ни коктейля Молотова, ничего нет. Да дави их уже все. Ага. А толку-то, да? Места нету. Значит, надо что-то выкинуть. Пока временно выкинуть. Я понял. Блин, ну вот на внимание теперь у меня здоровье получается. Обалденно. Надо валить. С ним драться это бесполезно. Только трата патронов в никуда абсолютно. Фигово то, что она, блин, бегает. Он, вернее, знаешь, он как-то зацепляет. Не просто он прямо пустил свою лапищу, да, а прям конкретно всю область задевает. Как от него уворачиваться, черт его знает. И опять вот эта вот камера. Ну, мне просто реально бесит эта камера. Да вот... Ты вроде как бы готов уже бежать в одну сторону, да? И ведешь камеру туда. А в итоге приходится бежать в другую. А теперь вот как бежать, я понятия не имею. Надо его бегать как-то. И быстро в этот... фуникулер. Отлично. Уехали нафиг. Теперь бы подлечиться, вообще было бы классно. И чё тут у нас? Да ладно, зомбарь. А что это такое? Не могу взять эту вещь. Почему? Не, пока подожди. А чё это? Это может быть этот? Более лучший ствол? Что я могу выбросить? Давайте пока выброшу ножик здесь. Блин, надо было убили забрать дробовик. Серьезно. А, так это магнум. У меня на него патронов нету. Зашибись. Патронов на магнум нету. Магнум есть 8 патронами, блин. Да, лучше бы я дробовик забрал, серьезно. Как же быть, друзья? Может, все-таки переиграть? То есть я вам попробую переиграть, да, все это дело сейчас за кадром. И опять окажемся здесь с моим монорельсом, потому что я хочу забрать дробовик. То есть я сейчас поеду спасать этого Билли, и мне нужно все оружие, которое есть. Я не знаю по поводу гранатомета, может быть, он мне пригодится. Но что-то пока как-то не вяжется у меня это все в голове. Или пока так езжать. Короче, посмотрим. Давайте пока просто тупо поедем. Нож, кстати, по-любому должен встать за амбар, нет? Билли куда-то упал, блин. Где его вытаскивать-то, непонятно. Получено достижение. Ты встанешь, нет? А, так я, получается, могу мотаться туда-сюда, скорее всего, да? А, точно. В натуре. Так, ну тогда пока выходим. Серьезно, травка есть. Замечательно, но пока брать не буду. Потому что я не знаю, что меня ждет впереди. А карты у меня здесь нет, да? Ну, конечно, еще бы карта тут была бы. Так, я могу еще выше подняться. Ага, тут у нас дверь есть. Допустим.
Лифт, да, и еще какая-то дверь. Это я сейчас где? А, так там все равно была дверь закрыта. Ну хорошо, что я правильно пошел. Ладно, мне бы карту туда бы найти. Вообще было бы шикарно. Так, ну там тоже была дверь. Давай пока, наверное, наверх посмотрим, что там за дверью. Может быть, там что-то полезное есть. Мало ли, да? Но оно больше похоже на какую-то маленькую комнатушку, чем на какой-то длинный там коридор или что-то еще подобное, где будет продолжение пути. Ну, я же сказал, есть патроны, есть сохраняшка, получается, у нас. Замечательно. Есть, по-моему, это спуск вниз. Плотно закрыто. А несколько рабочих касок. Спрей. Не, я пока не буду использовать. Спрей пригодится. А я что-то там его и даже не видел, этот спрей. О, карта. Вот, не зря сюда пошел, да? Замечательно. Это фабрика у нас какая-то. Первый этаж. Подвал. Там закрыто, туда только путь есть. Подвал, четвертый этаж. Первый этаж. Подвал 1 и подвал 4. Нифига. Но везде все, в принципе, закрыто. Вы взяли карту завода. Это хорошо. Так, тут у нас что? Это панель управления, в ней есть отверстие для ключа. Ага, но ключа у меня нет. А вот патрончики я еще возьму. Но я вот думаю по поводу того, что все-таки, наверное... А, гранатометы есть. Тогда нет. Тогда, в принципе, все прекрасно. Но эту вещь я взять не могу. По одной простой причине, что... У меня нет места. Но, в принципе, я сейчас могу здесь выбросить эту пленку. Правильно? Я даже выброшу, наверное, где-нибудь вот здесь вот. Выбросить. Блин, по поводу магнума, наверное, я его тоже где-нибудь здесь выброшу, потому что мне нужно еще одно место для лекарства. Использовать, смешать. Отлично. Спрей. Надо, кстати, забрать спрей, а то потом я про него забуду, серьезно. Я его возьму, но я его где-нибудь потом здесь выброшу. Дверца шкафчика открыта. В шкафчике не осталось ничего полезного. Окей. Да, где-то здесь я выброшу спрей. Магнум. Магнум, скорее всего, тоже я выброшу сейчас, потому что у меня патроны на него нету. Патроны остались у Билли. И вот, в принципе, у Билли будет, если что, пистолет. Но. Сохраняться пока я тоже не хочу, потому что... А, хотя да, почему не сохраниться-то мне? Во-первых, наверное, сначала я пойду заберу те две травки, которые у нас там остались. Их надо будет забрать, принести сюда. Одну, кстати, можно будет использовать и сохраниться тогда. Слушай, да, точно. Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас травки заберу, одну использую, вторую выкину там в сохраняшке, сохранюсь. А потом уже пойду дальше. В принципе, есть лекарства, если что, для Билли. Если что, для нас еще есть травка. Так что, в принципе, пока все у нас идет замечательно. А я могу это открыть? Нет, не могу. Ну и ладно. Так, ну одну я буду сейчас сразу использовать. Отлично. А вторую я просто тупо заберу. Хорошо. Вот прямо сейчас хорошее начало пошло. Мне прям нравится. Так, а ты, может, сейчас что-нибудь про эту дверь скажешь? Закрыто с другой стороны. Все, понятно. Я понял тебя. Это получается, в принципе, наша будет нычка, да? Здесь и трава, и спрей. Место, в принципе, есть. Патронов дофига.
Прям так хорошо. Ну вот, в принципе, можно сохранить. Только я выбросил сейчас пленку. Вопрос, где искать этого Билли? Куда его тащил эта чертова обезьяна? И сюда надо будет еще вставить ключ, который надо будет найти. Где его искать, пока не ясно. Сколько у нас? 9 пленок. Это нормально. 9 пленок, это реально нормально. Все, замечательно. А тут у нас какая-то доска есть. А, я же там карту взял. Все правильно. Ну и все. Судя по карте, нам получается, с вами идем в подвал. Возможно, там найдется ключик, который позволит нам открыть дверь. Или что-то типа того. Сейчас проверим. Если бы у меня было бы столько патронов, сколько сейчас у меня на пистолет для Магнума, это было вообще классно бы. Тут же опять непонятно, кто появится. По-любому кто-то появится, по-любому. Странно, странно. Да не, кто-то появится. Серьезно, никого нет? А это что? Ключ завода. Отлично. Что-то появилось на экране. Гигантское человекообразное существо спит в капсуле с биорганической жидкостью. Не нравится мне это существо. Это случайно не босс будущий наш, а? Так. Опа! Оп-о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 п. Покипировать. Надо же, когда он встанет. Блин, видишь, промазал. Вот видишь, как это все происходит, фигово. Потратил. Потратил все свои ракеты разом. Откуда могли взяться эти лягушки? Непонятно. Вот они, он поднимался, да, эта лягушка поднималась. Я еще раз стрельнул гранатой. И вот я не знаю, получил он при этом урон или нет. Вот это меня смущает, потому что... Мы их убиваем, я точно знаю, с трех выстрелов дробовика. С трех. Но, блин, мне кажется, граната посильнее будет, чем дробовик, нет? Если он улетает с двух выстрелов, значит, получается, я просрал свои два патрона. Ну, а я, в принципе, могу, получается, перезагрузиться, да, и проверить свою версию еще раз. Так, в принципе, да. Давайте, наверное, я так и сделаю. Я проверю еще раз свою версию за кадром уже, и потом вам об этом скажу. Потому что, ну, как-то три гранаты на одну тварь, по-моему, это слишком перебор. Две, да, три, нет. Давайте я все-таки за кадром проверю и к вам вернусь попозже. Встретимся здесь же, в этом месте. Вы не поверите. Я только раза с пятого пытался вернуться сюда. Это какой-то бред, серьезно. В общем, не получилось у меня сохранить жизни. Также я пострадал. Но и в итоге получается, да, три ракеты. С трех ракет только помирает эта лягушка. Ну это какой-то бред, я не понимаю. Неужели дробовик... И гранатомет наносит одинаковый урон. Да я в жизнь не поверю, никогда. Это какой-то кошмар. И все равно, получается, они наносят урон. Один раз, но все-таки он ударяет.
То она промажет, то куда-то в потолок запустит, то еще какую-то хрень сделает. Блин, это какой-то кошмар. Но кое-как все-таки вернулся. Правда, все равно, как я уже говорил, все равно получил урона, блин. Это плохо. Я думал, хоть жизни попытаюсь сохранить. После того, как узнал, что в итоге три выстрела на одну, блин, лягушку. В итоге все равно не получилось. Ладно, используем, значит, ключик. Что это даст, я пока не понимаю. А, так это лифт даст. Окей, и что? Вы вставили ключ платформы. Теперь платформа должна заработать. А платформа где? А, вот эта платформа. А. Я, получается, спущусь ниже. И там смогу что, открыть дверь? Сейчас пойдем проверять. Ну, там сейчас кто-нибудь появится, да, на этой платформе. Вроде хотя бы никого и нет, но все равно кто-то появится. Пистолетом убивать их бесполезно. Это мощные твари. Ага. Давай побегаем по платформе, может, что полезное найдем. А, так мы на улице. Ё-моё. Ага, тут только один, получается, выключатель и все. Ну да, полезного я ничего не вижу здесь. Хорошо, поехали вниз. Нажать на кнопку, да? Вариантов-то все равно нет. Не-не-не-не-не. А что надо со звуком-то обязательно ехать? Она же ехала, блин, без звука. Я так чувствую, я здесь буду бегать. От какого-нибудь противника. Но я пока двигаться не могу. Ага. А там закрыто, да? Ну, открой мне карту-то. Да, все правильно, я туда хотел пойти. На двери написано «Комната охраны». Нет нужды осматривать ее. Почему? Вам незачем исследовать эту область. Не стреляйте! Вы живы? Ты цела, Ребекка? А где остальные? Давно должны были прибыть. Не видела их? Плохо дело. Отсюда мы можем выйти прямо к особняку, который Амбрелла использует для исследований. Давай, пошли. Стойте, я должна найти Билли. Билли Коэна? Ты нашла преступника? Да, но мы разминулись и... Забудь о нем. Ему не выжить. Давай, пошли. Сэр, прошу вас. Я должна его найти. Не волнуйтесь, я вас догоню. Ребекка! Хорошо. Береги себя. Больше я его никогда не видела. Да? Грустная нотка в этой серии. Ключ лифта. А куда он мог тогда испариться, ключ лифта? Слышь, Ребекка. Куда он мог деться-то? Тут деваться-то некуда. Слышь, куда он мог деться? Где логика, объясните мне. Ключ лифта. И чё, что ключ лифта? А ничего нигде нет, да, прикинь? Вообще. Сейчас он не работает. Почему? Похоже, это устройство активирует лифт. В нем есть отверстие для ключа. А, ну пожалуйста. Лифт активирован.
Здрасте. Что это? Тварь, которую ты видела. И я буду драться с ней с пистолетом? Серьезно? Я не выживу. Я и магнум оставил. Еще и дверь закрывается. Ох, ничего себе! Вот это ты, блядь! Охренеть, Ребекка, это что такое? Да он два удара, и я... Он такой в ролике был медленный, какого хрена сейчас он такой шустрый? Ёб твой налево. Это мне надо всю игру переходить, знаете почему? Потому что надо брать дробовик. В натуре, это надо будет брать дробовик, серьезно. Здесь лишь тишина и мрак. Но ты все еще чувствуешь свое сердцебиение. Блин, ну в ролик она уворачивалась. Я сразу поставил себе этот магнум. Давай, Чучундра. Блин, магнум вещь. Магнум вещь. Но надо только получается, как только он... Ах ты, блин, застряла в бочках. Дура. Ой, дура. Ой, дура, беги. Охренеть, я тут застрял, все. Я тут уже, получается, не вылезу. В ролике она хотя бы перекатывается, блин, а тут, получается, она ничего не может сделать. Охренеть, она и бегать-то не умеет уже, все, разучилась. Мать, нам с тобой не повезло. Бегать ты не умеешь, ворачиваться не умеешь. Давай. Блять, он ходит вокруг да около, блин. Что у нас там опасно? Давайте использовать, наверное, спрей. Я не знаю, два патрона у меня осталось, два выстрела. А если были патроны, отбили бы, достались бы, тогда бы еще было бы 9. Все. Все. Нету больше. А от этих он, конечно, так не останавливается. Серьезно? Да ладно. Да ладно. Я его грохнул. Да ну не. Он еще появится. Да? Блин, все патроны просрал на него. А еще 9 убили есть. Лучше бы я убили, взял 9 патронов, а себе оставил бы этот. А ему, вернее, отдал бы пленку. Я вообще еду или я надо кнопку нажать какую-то? А, понятно. А я не знаю, куда ехать. Мы сейчас на 4-м, а у меня только есть 1-й, и у меня есть только 4-й и 1-й, и все. На остальных, скорее всего, наверное, нет карты. Давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? А, стоп, подожди, у меня же, по-моему, были патроны на магнум. Так, давай на 1-й уровень. Там откроем дверь к фуникулеру и там заберем еще патроны в фуникулере. На магнум патроны у нас остались там.
Или нет, или там ножик остался. Нет, там, по-моему, ножик остался. Да ладно. А, так это не тот этаж-то. Это не то место. Тут, может, что-нибудь есть полезное? Да нет, нифига ничего полезного. Ладно, понял. Это не тот. Тогда что, уровень 2? Надо разобраться, где из них какой уровень. Потому что, если честно, думал, что уровень 1 это как раз там, где у нас фуникулёр стоит. Использовать, смешать. Это я сейчас где? Вот, вот, это то, что надо. Я, блядь, не вижу, кто там ходит. О, это явно не... Так, отлично. Сдох? С одного? С одного выстрела? Натуре. С одного выстрела сдох. Фух, хорошо. Это мне нравится. Так, тут ничего больше нет. Не, по-моему, в фуникулёре остался нож. Патроны, блин, убили остались, к сожалению. Так, а здесь есть травка, кстати. Которую, в принципе, я уже могу смешать. Так, использовать, смешать с зеленой. Замечательно. У нас, в принципе, есть лекарства для Билли и лекарства для себя. Замечательно. Но... Но... Надо понять, где найти Билли. А, где-то же еще была дверь закрытая. Это точно? Точно, точно. Там, где сохраняшка, у нас была закрытая дверь. Туда как бы ничего не ведет. А может, там ничего и нет? Возможно. Так, ну если там зомбар, я не хочу тратить на него такой этот ствол. Я лучше поставлю обычный пистолет. Он же должен по-любому проснуться, этот зомбарь. По-любому. Может быть, когда я поеду назад. А может быть, сейчас. Ты встанешь, упырь? Да, здесь ножик. Здесь тупо ножик. Жалко, 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 жалко. Ладно, выходим. Ладно, выходим. Значит, тогда, получается, нам осталось только проверить третий уровень. Но третьего уровня нет на карте. Вот это меня смущает. Магнум рулит. Ну, магнум вообще во всех резидентах рулил. Самое мощное оружие. На него и патроны всегда была редкость. А тут 8 еще есть, и плюс еще 9 убили. Вот жалко, надо было убили забрать патроны. Все-таки. Как ни крути, да? Да-да-да. Надо было забрать. А, кстати, а в лифте, может, что-нибудь есть? Нет? Не, лифт пустой, окей. Так, карта есть? Так, подожди, так это три... А почему написано четвертый, если это третий уровень? Вы меня совсем запутали. Со своими уровнями, блин. Время игр закончилось. Ты и твои друзья больше не веселите меня. Скатертью дорога. Теперь ничто не остановит меня от моей мести.
Да ты что? Это то, что нас оставишь в покое, да? Дашь нам спокойно уйти? Нет? Я все-таки надеюсь. Нет, карты нет у меня. P5, блин, подвал 5 уровня. Может быть, надо было магнум подготовить лучше. Билли! Нашла. Билли! Чё там за тварь какая-то? Слышь, я в воду не хочу лезть. Так, это не лифт, это двери, да? Лифт вот здесь у нас. Хорошо, это я понял. Блин! А вдруг тогда магнум будет поставить? Карту. Сохраняшка, отлично. Но, блин, мне не нужен бензин. Хотя, ладно, давай возьмем. Если здесь есть сохраняшка, значит, должны быть где-то еще и бутылки. Вот это камера дурацкая. Так, это лифт. Лифт пока нам не нужен. Бутылку. Патроны. Окей. А где бутылку взять? Так, сохраняшка есть, допустим. А нафига тогда мне канистра, если у меня нет бутылок? Может, я что не вижу, не увидел? Панель энергоснабжения дамбы. Укажите точку включения электропитания. Электричество можно подать в любом направлении. На расстоянии до двух точек. Я вообще пока понятия не имею, куда что идти. Плюс ко всему, здесь только есть лифт. А еще какая-то непонятная дверь. А еще есть сохраняшка. А еще есть сохраняшка. Я не знаю, что мне с канистрой делать. А, я не могу уже взять, отлично. Мне надо канистру с бензином выкинуть. Так, бутылок здесь нет. Я не видел. Давай еще раз пройдемся, посмотрим. А, так это дверь вот эта вот, понятно, я понял. А лифт? Лифт не работает. Кажется, питание не подключено. Отлично. Так, а надо, получается, это у нас загадка с вами. Это надо будет соединить, наверное, везде, чтобы было питание. Хорошо. Так, выбросить. Окей. Взять. Сохраниться. Обязательно. Все, здорово. Ну и получается, в следующей серии пойдем искать Билли. Куда он делся, непонятно. Куда-то его смыло. В общем, надо будет его найти. Но этим всем будем заниматься уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.